Снежана нас пытается читать. Все никак не может настроиться. Угу. И песенку-то мы спели. И мультики-то мы сбегали, посмотрели. А читать я ей дала очень-очень такой простой текст. Он стихами. Сейчас я покажу. Вот такой. Вот. У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? В общем, Маяковский, он читается очень легко. Когда рассказывают, дети любят. Так, Егор, ты в трусиках, иди отсюда. В трусиках нельзя снимать. Слышишь? Не появляйся в камере. Ну что, Снежок? Как продвижение-то у тебя? Сколько ты прочла, зайчка? Никого не прочла, да? В общем, я уже не стала снимать на камеру, потому что представляю, что могут написать. Ай, расскажу словами. Я когда их заставляла, вот сейчас, буквально заставляла, да. Давала книжки в руки, усаживала за стол, говорю, вот, читаем по рассказику по-маленькому. Что вытворяли? Только что головой, наверное, об стены не бились. Вот, да, да, да. Вот, вот так вот. Вот так вот оно все и происходило. Я не знаю, как вы будете в школе, мои хорошие. В школе учителю нельзя говорить, а я не хочу, а я не буду. И ты меня не заставишь. Конечно, я тебя не заставлю, потому что сейчас каникулы. А что смешного-то, Снеж? Вот ничего смешного нет. Ничего смешного нет. Вот так вот мы читаем. Егор еще круче. Егор вообще сидел и выл. Вы представляете, как такое существо? Получеловек, полуобезьянка. И воет, сидит. Вот он так себя ведет. Только потому, что ему не нравится, когда что-то против его воли. Снежа тоже такая же. Да, Снежок? Нет. Да, это чертенок с ангельской внешностью. Да. Ну, ты читать-то будешь? 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 Я что-то плохо слышу. Ну, давай, читай. Поворачивайся в книжке и читай. А мама потом конфетку вкусную-вкусную достанет. Хочешь, Жанна, конфетку? Да. Да, надо заработать. В общем, вот такие наши муки. Надо заработать.